Доброе утро. Корреспонденты «Горький ТВ» готовы рассказать о главном сегодня. Валерий Шансов вошел в группу лидеров рейтинга губернаторов, составленного Фондом развития гражданского общества. Правда, в группу нижегородский губернатор попал последним на 25-е место, рискуя ранее оказаться и вовсе на 34-м. Что влияло на изменение рейтинга Валерия Шансова, расскажем сегодня. Волонтеры по поиску пропавших людей в Нижнем Новгороде – одна из самых больших и активных добровольческих бригад. На их счету ни одно возвращение домой. Как построена работа движения «Волонтер» и что нужно для того, чтобы не потеряться, выясняет сегодня Ким Андреев. Сегодня в Москве состоится заседание попечительского совета по поддержке детского и юношеского хоккея в регионах ПФО. В ходе заседания планируется утвердить порядок проведения соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова в Приволжском федеральном округе. Там уже работает наш корреспондент Ярослав Гунин. Вскоре ждем от него подробностей. Вам же хорошего дня!